Магнитогорские полицейские раскрыли дерзкий уличный грабеж. Стражи порядка задержали 25-летнего жителя города, который избил и ограбил прохожего в центре Магнитогорска. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. В полицию за помощью обратился 60-летний житель Магнитогорска. Он сообщил по телефону, что стал свидетелем уличного ограбления и потерпевшему требуется срочная помощь. На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. При грамотном сборе полученной информации от потерпевшего свидетелей и очевидцев были выяснены обстоятельства произошедшей и получены приметы предполагаемого злоумышленника. 20-летний потерпевший рассказал, что вечером возвращался домой с гостей, шел пешком и слушал музыку в наушниках. Внезапно к нему подбежал незнакомец, ударил его по голове и сорвал наушники. Молодой человек попытался вернуть свои вещи, но злоумышленник напал на него и начал избивать. От агрессивного грабителя потерпевшего спас проезжавший мимо 60-летний мужчина. Увидев остановившуюся рядом машину, преступник испугался и убежал, забрав с собой рюкзак потерпевшего. Причиненный ущерб составил около 30 тысяч рублей. Благодаря слаженной профессиональной работе сотрудников уголовного розыска в течение полутора суток с момента совершения преступления был задержан 25-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности и не имеющий постоянного места работы. У подозреваемого была изъята часть похищенного имущества. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса России «Грабеж». В настоящее время ему избирается мера пресечения. Сотрудники полиции акцентируют внимание граждан на важности незамедлительного обращения в полицию в случае совершения противоправных деяний. Раскрытие данного преступления в кратчайшие сроки стало возможным в том числе благодаря своевременному обращению в полицию. Сообщить о противоправных действиях можно по телефону 02-102, либо обратиться в районный отдел полиции. Татьяна Артеменко, Владислав Гусев, телекомпания ТВН.